Чтобы понять женщину, я должен мыслить как женщина. Давай, доча, отрывай восковую полоску с моей ноги. Я готов! Слушай, но ты уверен, что выдержишь? Это вообще-то больно. Не изобрели еще в мире такого, что выдержала бы женщина, но не выдержал бы мужчина, ясно? Ну смотри, тогда я начинаю! Давай уже, отрывай! Отрываю! Что, блин? У меня у одного все еще нет девушки. Добро пожаловать. У меня у одного все еще нет девушки. Блин, Райнер, ты достал. У тебя нет девушки, потому что ты тупой и не понимаешь простых женских намеков. Да какого хрена, ты что думаешь? Если бы девушка хотела меня, я бы этого не заметил. Именно так. Я еще не настолько тупой. Да? К тебе на пятом курсе однокурсница, с которой вы даже не друзья, напросилась вдвоем кино посмотреть. Что вы в итоге делали? Смотрели кино. Окей, а когда твоя коллега с работы, с которой вы тоже даже не близкие друзья, написала, что боится спать одна в темноте, что ты сделал? Пришел к ней и спал рядом на полу. Ну а когда к тебе однажды в гости пришла подруга с вином и попросила сделать ей массаж, после чего разделась и легла на кровать. Что произошло? Мы выпили вина, и я сделал ей массаж. Ведь она устала с работы. Такой просто вообще никак не шарящий в намеки и никак не посягающий на девушек. Это одновременно и хорошо, и не очень. Это слишком. Райнер, а? Но ведь все они явно хотели секса. Ой, Эрвин, мы тут хотим в ларек заскочить, купить пивка. Ты будешь? Мне нельзя, меня жена наругает. Тогда чего тебе взять? Вина, минералки, может, кваса? Сука. Дай угадаю, томатного? Сука. Просто возьми мою бритву и сделай это! Папа, я растил их с 12 лет. Я никогда с ними не расстанусь. Твою мать, Эрон, ты так с девственностью никогда не расстанешься, если не сбреешь этот долбанный пушок. Эй, Микаса. Знаешь, я давно хотел сказать тебе кое-что. Ты самая прекрасная девушка из тех, что я встречал. Когда мы проводим время вместе, я безумно счастлив. Мне кажется, я люблю тебя. Ок. Йоу, слышь ты, как там тебя? Ну ты, короче, вообще ничего такая. Сгони мне в магаз за пельменями, а? Ой, это самая романтичная вещь, что я слышала. Поехали ко мне. Тебе надо, ты еть. Ой, Ани, при входе в метро ты должна иметь при себе маску и перчатки. Ты же можешь заболеть. Все нормально, я крещеная. Но вирус крайне опасен, Ани. Сейчас важно соблюдать гигиену. Давай мы тебе хоть санитайзером на руки прыснем. Да ладно вам, ребята. Я сегодня уже полдня по общественным местам мотаюсь. И могу сказать, что руки у меня точно чистые. Ладоши, ладоши, мои ребята. Быстрее, упаковывайте. Это что, правда полиция метрополитена? Нет, теперь они санитары подземелий. Жан, ты это серьезно? Да я тебе отвечаю, Армин. Живая девушка и написала мне первой. Ой, дети. Да что здесь вообще необычного? Ну, это за вами, капитан. Дамочки табунами бегают. Для вас, может, и ничего необычного. А для нас это все равно, что увидеть пачку соды в фиолетовой упаковке. Так пригласи девушку в кино, в чем проблема? А вдруг она откажется? Блин, Жан, ну так клей девушку, это тебе не водку соком запивать. Тут потребуется приложить немного усилий. Я боюсь, что меня опять зафрендзонят. Слушай, ну ты же нормальный, симпатичный парень. Тебе бы чуть уверенности в себе. Как у Саши Невского в успехе собственных фильмов. Жестко. Да. И будешь в центре внимания. Расслабься. Все у тебя получится. Ты же не Армин. А что, я тоже бываю в центре внимания? Армин, мы же об этом уже говорили. То, что мужики регулярно принимают тебя за кавайную девочку и шлют тебе фотки пенисов в личку, это еще не значит быть в центре внимания. Блин, Райнер, ты достал. Ты всего неделю в нашем поселке, а уже ноешь. Да у вас же тут вообще развлечений никаких. Ни клубов, ни кинотеатров. Даже интернет. И тот по диалапу. 33,6 килобита в секунду по 500 рублей за час. Я уже неделю в соцсети не заходил. Я, может, в игры играть хочу. Я порно хочу смотреть.
Без лагов, 4К, с азиатками. Райнер, блин, держи себя в руках! Да как тут держать, когда не то что шишка? Рука уже дымится! Так в этом что ли вся проблема? Давай я тебе тогда на флешки скину. Ведь это и правда может помочь. У тебя действительно есть порно на компе, Эрон. Лучше! У меня есть стрип-шашки! Как насчет свидания, красавица? Нет, я не достойна такого идеала, как вы, капитан Леви. МГУ я не закончила, за зиму набрала лишний килограмм. Не нужно вам встречаться с такой тупой и жирной женщиной вроде меня! Ну, тогда сегодня я буду нести учение в твои массы. Так, а пока она решает воспринимать это как оскорбление или комплимент, я, пожалуй, пойду хлебану кофейку. Зая, что случилось? Ничего не случилось. Да ну явно же что-то случилось. Ты что, на что-то обиделась? Нет, я ни на что не обиделась. И все же у меня такое ощущение, что ты на что-то злишься. Нет, я совсем не злюсь. Значит, все в порядке? Конечно, любимый. Не обращай внимания. Все в полном порядке. Сука! Не в порядке! Да-да-да-да-да, такой будет! Точно все в порядке? Да. Че ебало такое смурное? Все в порядке. Осторожно, приближается женщина-титан. Может, она просто проигнорит нас и пройдет мимо? Ну, вообще, я знаю, для этого один способ. Девушка, а можно с вами познакомиться? Ага! Простите, пожалуйста, ребят, раньше это так не работало. Эрвин. Б, пошли пиво пить, хватит ломаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот только давай-ка тут без отсылок. А то сейчас начнется в комментариях, я же знаю. Ты думал, что это будет отсылка? Но это был я! Дио! Твою же мать. Сука. Сын, просто возьми мою бритву и сделай это! Папа, я растил... Неплохо. Все, правда, ну, в принципе, все объединено одной темой. Отношения. Да, ага. Так что неплохо даже, да. Да-да-да. Да, нет, нет, да, да, наверное. Короче, мне понравилось. Спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно. Пиши комментарии, ставь лайки, залетай на стримы, смотри другие видео, до скорой встречи. Пока.